It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't want to run to you? But there are mountains, there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say keeps us apart? And I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly. Вернитесь все в студию, друзья, за это снежное настроение. Благодарим Марию Малетину, артист оригинального жанра, одна из самых прекрасных мыльных опер, что мне приходилось видеть. И, конечно, ряд вопросов технических. Я хочу к Марии встать вот здесь, потому что... Осторожнее, там, мне кажется, все... Здравствуйте, здесь эти волшебные шары неоновые разлетались сейчас. Вы видели это наверняка. Мария, скажите, что это за волшебство такое? Это неоновые пузыри, новое шоу. Это такой специальный раствор, который светится в ультрафиолетовых лампах и помогает создавать вот такое настоящее волшебство. У меня мурашки по коже. Вот вы всем сегодня просто подарили позитивное новогоднее вот это настроение, волшебство, поверили. Сейчас просто даже дети смотрят и понимают о том, что сказка пришла в их жизнь. Новогоднее настроение. Спасибо большое. Как, Мария? Просто вот смотрю на тебя, и неподдельные детские чувства, восторг и радость. Мария, спасибо, что дарите нам вот именно такое настроение, оно нам необходимо. Просто сейчас вот у нас интерактивный опрос идет, там печальная картина, там печальная картина, там 70% людей говорят, мы нас нет, мы не знаем, Новый год пришел. Я думаю, знаете, надо просто давать себе немножечко время отдохнуть, и тогда это настроение обязательно появится. Я считаю, знаете, надо иногда, вот поймите меня правильно, по-хорошему впадать в детство. Ну, буквально да. Там на полчасика почувствовали себя ребенком, вот это все. Ну, здорово же. И сразу тогда праздник заиграет. А я Марии хотела поднять настроение и сказать ей, что без вас не
один праздник – это не праздник, понимаете? Только с вами вот это волшебство приобретает какой-то вот этот видимую, я не знаю, видимое настроение. И поэтому запах шампуня. Спасибо вам большое, что пришли. Мы вас обязательно будем ждать с новыми номерами. И вообще шоу, мы вас любим, приходить к нам. Маш, то есть с наступающим. Я понимаю, сейчас для артистов оригинального жанра непростое время, но зато потом будут каникулы, и можно будет почувствовать себя выспавшимся человеком, как и ведущим утренних программ.